Рэспубліканская акция «Чистый лес» сегодня проходила по всей стране. Доброахвотники узброились приладами для посадки молодых дрэв и мешками для сбора смети и отправились у лес. Усе попрацавали на славу, сумяшчающие корыстную справу с отпочинком на свежем поветре. До удела долучились и наши корреспонденты. Увага широкой громадскости сегодня притягнута до лесу. Традиционная штогодовая акция проводится двойчи на год. Колькость доброахвотников, жадающих посадить молодое древо або допомогчи в уборце лесов от смети, с каждой акцией становится больше. Ежегодно акция прибавляет и прибавляет. То есть количество людей постоянно и желающих постоянно возрастает. По количеству людей, то порядка плюс 10% количества участников на сегодняшний день больше. До уделу акции долучилось и керавництво в области. Старшиня облвыконкама Геннадий Соловей раніцей наведал лясный питомник Гомельского лясгаса. Керавник областной лесогосподарчей службы Юрий Липский показал технику, якую супрацовники выкористовывают у своей працы. Расповел про особливости деятельности установы и про то, как выращиваются сеянцы. Востребованы. Да, и население. Ну, сначала черенкуем, в теплицах высаживаем маленькие, потом они подрастают, потом уже сюда на поля доращивания они уже будут подрастать. Ну, конечно же, хочется, чтобы у нас было от такой туи до такой, но пока мы еще растем. После наведывания питомника удельники акции накировались на делянку для вёски Цикуны. Ранее на этой пляцовце так само был лес, але его пришлось высекчи после нашествия жука-караеда. Подчас акции обновили зеленые насаджения на территории амалю 1,5 гектара. Постоянную прописку тут отримали 7,5 тысяч сеянцев сосны и березы. Сегодня в области вышло более 300 тысяч жителей нашей тройки. Активно ведут работу для того, чтобы навести порядок, убрать за тем, кто ссорит, кто мусорит и садят деревья. За одну неделю мы только посадили 35,6 тысяч десятых деревьев. Это более 70% в городах и в населенных пунктах это 30%. Эта работа продолжается и будет активно вести для того, чтобы озеленить наши территории, для того, чтобы придать им уют и чтобы наши дети чувствовали себя комфортно. Потому что в связи с той ситуацией, которая сложилась в Гомельской области с короедом, мы должны сегодня массово вести посадку деревья, в лесу, везде, там, где есть свободные места. То, что нас сегодня нацеливает и президент, и правительство. Клопот про головный природный ресурс региона не обмежуется одним днем. Работы по посадке молодого лесу и добропорядкованию протягнутся. Каб унести свою лепту агульную справу, можно начать с наведения порядку на прилеглой до населенных пунктов территории лесных массивов. Чекают у лесгасах и помощников у лесоодновлении. Долучиться до посадки лесу может каждый. Для этого треба звернуться у лясництва, где специалисты выдадут вам посадочный материал и инструменты. Сегодня ж у городах и вёсках региона прошли субботники. Яны у черговый раз объединили намагання уладов, насельництва и молоди по добраупорядкованию и наведению порядку на малой родзиме. У регионе до этой корыстной справы долучилось больше, як 300 тысяч человек. Вероника Гамзюкова, Андрей Иванов, телерадиокомпания «Гомель».